Анечка, что мы сейчас делаем? Тачку взяли, наконец. Ноги уже вообще отваливаются. Hello, people. Алла? Алла. Ехаем мы. На Монсеррат. Сейчас пуш. Пуш. Ой, копеечка, копеечка. Денежку дали. Погнали. Пропусти нас, шлагбаум. Так вот. Соточка ушла. До первой остановки приехали. А едем мы вот сюда. Вот сюда мы едем. А вот давай еще вот эту горку покажем. Облачная гора. Красиво вообще. Там речушечка. Вон они прямо всплывают. Облачка. 3, 2 Папа! Я боюсь! Ёжик в тумане! Все. Очень, конечно, круто. Очень, очень. Величественно. О, поезд едет. Фух, я почти пришел. Очень тяжело, я думаю, это того стоит. Фух. Девочки, уже где-то вон там. Я иду туда. Оп. Бежим дальше. Фух. Он прям наплывает. Фух. Девочки, я так не догнал. Ходим просто по Барселоне, гуляем. Делать нефиг. Погода классная. Свежо. Ой, дяденьки и милиционеры едут, а мы без билетов. Там кушали. Костя едет по Барселоне. Он сам немножечко уже я еще удивляется от того, что происходит. Оксана сегодня, да, уже маршрутов 5 отработала. И без Wi-Fi, а? Учитесь. Симпатичный балкон. Сегодня воскресенье, много чего закрыто. Гоним на хаус вдоль моря, гор. Женя, а что у тебя есть в закуточке? Дон Симон. У нее тут припрятался Дон. У меня вот тоже Дон один. Константинов. Какие веселые человечки. Каждый день для этого. А вон наш отель.
главное меркадон на подборке. У нас встречается пикничок. Чок-чок. Итак, уже 20 минут. Они, походу, до Барселоны решили. Загораем мы. Загораем. Позвали друзей. Взяли. Мои дрессированные птички. Мои красавицы. Вон, смотри, что с ножками. Вон они все какие. Они просто болят. Убрал. Да, я. Ола! Как вас нас? Статую закрыл, присядь чуть-чуть. Каракатицы, мне кажется, это каракатицы. Вот это что такое? Это типа буженина. Это авокадо с помидорой. Это мидии, киви и осьминоги. Это ракушки. Это мы с Женей. Это я. Самое время. Давайте. Поднять бокалы. За четвертый день. На тише. Oh,